Продолжаем эфир. Двоих горняков, пострадавших при взрыве на шахте Ленина, сегодня выписали из больницы. Теперь лечиться они будут амбулаторно. Общаться с журналистами шахтеры отказались. Еще двоих горняков, которым сделали операции, перевели из реанимации в палату. Они пришли в сознание. Шахтеров, которые надышались метаном и угарным газом, вывели из состояния отравления. По словам врачей, на момент выписки их состояние удовлетворительное, но они нуждаются в медицинском наблюдении. Пациенты, которых перевели из реанимации в палату, остаются в тяжелом состоянии, но есть динамика с улучшением. Бурильщики пострадали 3 ноября при взрыве метана на глубине около 800 метров. Они находились в километре от эпицентра. 5 горняков в той трагедии погибли. В субботу их похоронили. Тем временем в Абае установили мемориал 6 горнякам, погибшим ровно год назад в шахте Абайская. Тогда произошел внезапный выброс газа метана в забой вентиляционного штрека. Но возгорания не было. Шахтеры погибли от удушья. Еще 3 горняков получили отравление, но смогли спастись.